Всем привет, меня зовут Доминика, я являюсь руководителем массажного салона Сандера в городе Сочи. И сегодня с Тимуром мы будем делать масляный массаж Абхьянга, индийский, на все тело. Массаж Абхьянга имеет древние истоки и является одним из самых древнейших массажей в мире. Первые упоминания о нем датируются 1500 лет до нашей эры. Такой массаж рассматривается не только как процедура для улучшения здоровья, но и также как средство для достижения психоэмоционального равновесия. Начнем делать массаж. Здравствуйте, друзья. Сначала у нас берется теплое масло, наносится на голову и начинается с массажа головы. Также в само масло мы добавляем эфирные масла. О, а что там за эфир? Это у нас ваниль. Как будто войну рассижу. Похожее начало. Говорите что-нибудь про чакры. Такой массаж начинается довольно-таки больше как расслабляющий, но сегодня мы будем делать более интенсивную версию массажа. Несмотря на то, что массаж расслабляющий, но все равно мышцы задействуются довольно-таки глубоко. За счет интенсивных воздействий и глубокого расслабления, выжимания, растирания. Поэтому очень такой довольно-таки расслабляющий, проминающий массаж. Он реально сидя, да, начинается? Да. Я не просто так сижу здесь на кушетке. Это так начинается.
довольно-таки интенсивное идет воздействие за счет того, что все мышцы мы натираем маслом. То есть это не просто, да, расслабляющий массаж, где мы погладили, нанесли масло и все. Здесь действительно идет работа на всех уровнях. И на физическом, и на энергетическом уровне. Вот. Сладкие речи, арабское мастерство. Мать кундалини. Просыпается постепенно. Я все выучил уже, сам могу. Я могу говорить. Во время этого массажа Айнура научила. На самом деле такой массаж делается и кунжутным маслом, и арахисовым. В нем очень много полезных свойств в таких маслах, но с трудом смывается. Поэтому мы используем нейтральное масло. Оно очень легкое, легко смывается, но при этом напитывает кожу, увлажняет. Дальше прорабатывается живот, но так как Тимур в полотенчике, мы его сразу же положим. Теперь мы работаем с ножками, со всей задней поверхностью тела. Thank you.
А у вас все в салоне могут этот массаж делать или только специально подготовленные? Ну, конечно, да, только обученные специалисты. Ну, то есть, если массаж убираешь, придет кто-то отдельно, не любой, да? Ну да, потому что в любом случае нужно пройти обучение и понимать, как его делать. Видов экзотических массажей много, но и, собственно, каждый массаж отличается, да, кардинально друг от друга. У каждого свои особенности, и у каждого массажа своя техника. Несмотря на то, что такой массаж кажется легким поглаживанием, он довольно-таки интенсивный и по ощущениям должен быть очень приятный. Конечно, когда такой массаж делается при выключенном, да, приглушенном свете, с музыкой, со свечами, то, конечно, непосредственно сам человек погружается в состояние расслабленности. Какой-то запах ментола пошел. Ну, на самом деле, все эфирные масла раскрываются на теле у каждого человека по-разному. Поэтому, да, есть такой момент, что добавляли вроде бы, да, эфирное масло ванили, а он раскрыл себя на теле Тимура совершенно по-другому. Ну и, соответственно, такой массаж можно делать по запросу каждого гостя. Например, утром это будет тонизирующий массаж, да, больше бодрящий, для того, чтобы человек проснулся. Вечером это, наоборот, будет больше расслабляющие техники. Thank you.
вас как удобно. Под голову можно даже. Да, так нормально. Удобно? Так, тогда мне ручки. Thank you.
теперь можно переворачиваться на один бок, а потом на другой. Теперь мы начинаем боковую часть ног и спины. Здесь как шашлык получается, ты со всех сторон, да, должен промаслиться. Да, полностью. И сбоку тоже. Внутренняя часть бедер, внешняя часть бедер, то есть полностью все ноги. Да, если получается массаж, обязательно с маслом. Масло. Да, большое количество масла теплого обязательно должно быть. Да, ну это как обязательная часть любого. Потому что обычно массаж его же можно без масла, в принципе, сделать. Да, можно на сухую делать, да, на потальку, по крему. Да, где прям масло настолько же важно, как и сам массаж. Сбоку, кстати, шея хорошо прорабатывается. Mm-hmm. Что-то там кажется, по-другому так ощущение. Теперь можно на другой бок. И теперь прорабатываем внутреннюю поверхность ног и бедра.
На шее сбоку даже какие-то болевые точки, ну там чувствуются прям резистент. Потому что мышцы шеи именно спереди напряжены. На самом деле их мало кто прорабатывает, так как такое положение либо на боку, да, либо на спине. Из этого положения очень удобно прорабатывать именно мышцы шеи. Вот здесь, когда меняются, мне даже куда-то отдает, ну, куда-то сюда чувствуется, как такая даже где-то здесь. Вот да, именно когда интенсивно. Да. Когда там... Затылочные мышцы. Ну, это именно когда сбоку. Так не было. Это я. Короче, моя самая любимая часть — это вот шея сбоку и голова. Закончили. В общем, когда мне предложили этот массаж, я думал, будет уныло. То есть прям так масло будет плавно поливаться, там, не знаю, будут такие спокойные очень движения, так уныло. Оказалось, что очень не уныло, очень интенсивный массаж получился. Доминика еще отдается прям так целиком, даже говорить ничего не может. Очень мощно было, интенсивно. Первый раз мы снимаем такой массаж, весь в масле. Это реально получается массаж всего тела. Потому что обычно, когда массаж всего тела, ты, ну, ноги, спину, а тут то же самое, только реально как шашлык крутишься, тебя промасливают, все мнут. В общем, интересно. Попробуйте. Попробуйте, кто хочет. И ставьте лайк. Спасибо огромное, Тимур. Я очень рада была делать тебе массаж. На самом деле, очень приятно. Приятная энергетика. Спасибо огромное. Буду рада вас видеть снова в салоне Сандера.